круг крючком филейной сеткой. Провязываем 5 воздушных петель. Замыкаем в кольцо глухой петлей. То есть первую петелечку провязываем глухую петлю. Провязываем 3 воздушные петли, которые будут заменять первый столбик с накидом. 2 воздушные петли. Дальше в колечко вкалываем крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 нити, еще 2 нити, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Не забываем хвостик ниточки, прокладываем поверх цепочки колечко. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. То есть филейная сетка у нас будет в виде столбика с накидом и 2 воздушных петель. 4 столбика. 5 столбик. 2 воздушные петли. И 6 столбик и 2 воздушные петли. Хвостик нити можно обрезать. Находим 3 воздушную петлю. Там, где у нас были 3 петли подъема, и глухой петлей притягиваем, замыкаем кольцо. У нас получилось 6 дырочек, 6 клеточек. Мы должны будем в каждом ряду прибавлять по 6 клеточек. То есть мерная единица будет не столбик, а столбик с накидом, 2 воздушные петли. Провязываем 3 воздушные петли и 2 воздушные петли. Столбик с накидом туда же, откуда мы только что вязали 3 воздушные петли, где мы вязали глухую петлю. 2 воздушные петли. Над следующим столбиком провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, и в этот же столбик с накидом, 2 воздушные петли. То есть над каждым столбиком мы провязываем по 2 столбика. И так до конца ряда. Обязательно проверяйте, чтобы не сбиться. Вот довязали почти до конца ряда. Проверяем. Раз прибавить, раз прибавить, раз прибавить, раз прибавить, раз прибавить, раз прибавить. Вспоминаем нашу считалочку. Этот ряд мы будем считать первым, а предыдущий как бы подготовительным. То есть в первом ряду мы прибавляем в каждую первую петлю. Раз прибавить, раз прибавить. Всего у нас должно быть 12 столбиков с накидом. В конце мы провязываем не 2 воздушные петли, а 1 воздушную петлю. Потому что когда мы будем провязывать глухую петлю, она добавит нам расстояние, чтобы здесь дырочка не была больше, чем в других местах, мы будем вязать 1 воздушную петлю. Далее 3 воздушные петли, которые заменяют первый столбик, и еще 2 воздушные петли. Это у нас будет второй ряд. Во втором ряду мы провязываем 1-2 прибавить, то есть над вторым столбиком мы должны сделать прибавку. Мы провязываем над вторым столбиком столбик, 2 воздушные петли и еще раз столбик с накидом, 2 воздушные петли. И повторяя нашу считалочку, 1-2 прибавить. Мы провязываем до конца ряда.
раз над вторым столбиком, 2 прибавить. В конце ряда мы провязываем не 2 воздушные петли, а 1 воздушную петлю, и в третью петлю подъема провязываем глухую петлю. Следующий ряд, это у нас уже будет третий ряд, значит, мы должны будем вязать 1, 2, 3 прибавить, то есть над третьим столбиком мы должны сделать прибавку. 3 воздушные петли, еще 2 воздушные петли, над следующим столбиком 1 столбик и 2 воздушные петли, над следующим столбиком 1 столбик, 2 воздушные петли, и сюда же еще 1 столбик и 2 воздушные петли. 1, 2, 3 прибавить. То есть всего у нас должно быть 6 сегментов и должно быть 6 прибавлений. 1, 2, 3 прибавить, и так дальше до конца ряда. 1, 2, 3 прибавить. Четвертый ряд. Провязываем 3 воздушные петли, которые будут заменять первый столбик с накидом, 2 воздушные петли. Над вторым столбиком столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Над третьим столбиком столбик с накидом, 2 воздушные петли. Над четвертым столбиком столбик с накидом, 2 воздушные петли. И еще раз над этим же столбиком столбик с накидом, 2 воздушные петли. То есть раппорт у нас будет выглядеть 1, 2, 3, 4 прибавить, и так 6 раз повторяем. 1, 2, 3 4 и прибавить. Обязательно, когда свяжете, в конце ряда пересчитывайте, чтобы у вас не было ошибок. В конце ряда мы провязываем 1 воздушную петлю и в третью петлю подъема провязываем глухую петлю. Обязательно проверьте, чтобы у вас было 6 сегментов и в рапорте вы не сбивались. 1, 2, 3, 4 прибавить. 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 1, 2, 3, 4 прибавить.